Итак, настал тот день, когда вы выпустили попугая из клетки. Или, возможно, вы только думаете о том, чтобы это сделать. Но попугая-то вы выпустили. Теперь вопрос, как же сделать так, чтобы он сам добровольно пошел в клетку, чтобы не надо было его стрессовать и ловить полотенцем. Сейчас расскажу. Смотрите новое видео на канале.